из юридического отдела? Вали отсюда! Погоди-ка, хочешь сняться в кино? Конечно, хочешь. Ты решение всех моих проблем. Мальчик из провинции, то есть ты, появляется как раз вовремя, чтобы выручить всемирно известного режиссера Гая Марвела. Это я. Я тружусь над этим шедевром уже 4 долбаных года, и я не позволю его угробить идиотам без кинематографического видения! Знаешь, сколько наград получит Кровавый Дракон 3, когда мы его доделаем? Все! Только вот в этой дыре децибелы зашкаливают, а мне для этой сцены нужна абсолютная тишина! Давай, стань героем дня. Мой помощник расскажет, что делать, а я пока немного подумаю о своей гениальности. Надо снимать в зоне конфликта. Реализм, идиот. Сидел бы я сейчас в уютной студии. Иду. Так нет, ломанулся за этим маньяком и слушаю этот ужас. Стукнуть бы его по башке. Это бы решило все проблемы. Слушай, я не Помреж, а звуковик. Дин меня зовут. Этот придурок уволил Помрежа, когда тот отказался взрывать коров. Теперь его гениальная идея — снимать типа немое кино, только со звуком. Так что можешь себе представить, что здесь творится? В дебрях Монтаны очень шумно. Ну надо же, тут гремит как на заводе. Устрани источник шума. В прямом смысле устрани. Слышишь, клаксон? Вот о таком шуме я говорю. Иди разберись. Любыми средствами. Прикрой, я иду. Слышишь, клаксон? Иди займись. Одной ногой в могиле побывал. Вижу этих ублюдков. Тебя вижу! Супенки под зад на второй! Спасите! Давай уже, за дело! Не робей! Ты такого не встаешь! Возвращайся. Поищу еще источники. Вот так же стрёмно было, когда я... К северу проблемы. Кажется, стрельба. Давай туда. Прогуляюсь! Прикрой! Только скажи, мы размажем идемщиков по стенке! Отлично! Возвращайся! Мы не закончили! Чуть не окочурился. Да чтоб мне провалиться! Тут грузовики с музыкой! Они привлекут ангелов! Избавься от них и от грузовиков! Учился. Что за... Он в таком восторге, что даже возбудился. У тебя талант, парень. Эти слюнтяи из Голливуда могли бы у тебя поучиться. Ты показал решимость, накал. Даже страшно. Я ж в штаны наложил. Но мне понравилось. А теперь я начну творить свое волшебство. Кровавый дракон 3 станет шедевром! Ну, должен стать шедевром. Сколько можно работать над дерьмом вроде Фаркрая? Я лучше сварю в кипятке свои яйца, чем буду слушать мнение насчет создания мира, мотивации игроков и правдоподобности. Я просто себя прикончу, клянусь. И нет, я не пошутил. Пошел вон. Это закрытые съемки. Эдемщики, конечно, долбанутые, но ты-то вообще ходишь с пумой. Ни на что не годится, Клатч Никсон, величайший каскадер округа Хоуп, пошел на единственный разумный шаг. Он привязал себя к старому багги и промчался вниз по гористому склону прямо в заброшенный город процветания. Когда Клатч наконец пришел в себя, он решил посвятить свою жизнь каскадерской работе и помощи безграмотным детям и завязать с попытками падения в бездны метафизического ужаса. Его номер спуска в бездну так и не смогли повторить. пост, будь осторожен. Клатч Никсон, величайший каскадер Монтаны, делает для Америки самый лучший подарок. Совершает отчаянный полет над долиной реки, выпуская залпы из тяжелого орудия. Хотя ему повезло и он не разбился, Клатч все-таки повредил бровь, из-за чего стал дальтоником. Вскоре Клатч случайно спровоцировал беспорядки на мероприятии в честь выпуска своего сборника эротической поэзии. По иронии судьбы, и трюк, и книга имеют общее название «Дыры былой славы», и никто не смог их превзойти. Почти задел мост, но все обошлось. Шикарная получается гонка. Резкий поворот у старой черпальной машины. И мостом. Вот это маневр. Вот это меткость. Вот это зрелище. Гонщик выжил. Аделаида была самой большой кошкой. Чтобы эта война заканчивалась. Потому что... Что потом? Да вышла жизнь. Нужно найти обзор получше.